Мультяшки Развивашки. Привет, малыш! Смотри, сколько много школьных автобусов отправились за детьми в школу. Какие они яркие и разные. Как их много! Видишь, малыш, утром они чистенькие, а к вечеру вот такие грязные приезжают на мойку. Это синий автобус, но из-за грязи его цвет почти не виден. Нужно все исправить. Итак, приступим. Первым делом возьмем шлангу и немного смоем грязь. Но вода так просто не отмоет наш автобус. Возьмем щетку и хорошенько помоем колеса. Вот, и они уже чистенькие. А это ведро с пеной. Сейчас мы намылим весь автобус. Вот какой он весь белый в пене. Малыш, а это огромная щетка-помощница. Знаешь почему? Она отмоет даже самые мелкие частицы грязи. Дождик, это тоже очень хорошо. Вытираем наш автобус насухо. Хорошенько, и стекла тоже. И, конечно же, отполируем до блеска, чтобы был как новенький. Малыш, еще не все. Ехать еще нельзя, потому что в автобуса спущены колеса. Где же наш насос? Ну вот он, конечно. Сейчас он все исправит. Готово! Теперь все. Но чтобы автобус был заметен для наших детишек, мы его приукрасим. Для этого подберем колеса поярче. Вот эти желтые. Очень хорошо. Правда, малыш? Но все равно чего-то не хватает. Наклеим наклейку с нотками. Портфельчик. И солнышко. Автобус вышел просто замечательный. Когда он едет, все дети видят, что это школьный автобус.
малыш, подпишись на наш канал.